Осталось совсем немножко. Вот так вот, отлично. Мы ее замочили, эту девчонку. Круто! Отличненько, дорогие друзья. И мы с вами победили. You win! А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юр, ребятки. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем играть в Shadow Fight 3, и сегодня мы будем играть, ребятки, на дуэли, для того, чтобы открыть опять ящики, потому что, ребятки, главу первую все-таки пройти сложно с такими доспехами, как у нас. Так что, ребяточки, давайте будем начинать играть дуэль, искать противника и, собственно, выигрывать у него ящики, чтобы открывать новые и новые, ребятки, какие-то штучки для нашего, ребятки, костюма, а также оружие. Так, ну что ж, ребят, поехали. Так, ну что, где там бой? Давай, загрузочка, быстрее проходи. И будем ждать, ребятки, бой. И будем, так сказать, ребятки, драться. Так, чувствую, ребятки, бой. Вот уже будет сейчас раунд один. Ага, готовы? Вы готовы, ребята? Ох, на, вот так вот его. Вот так вот, на. Ого, вот это да, вот это он мне дал. А на тебе ногой. Ох, ты такой нехороший. Ты что? Вот, получи. Вот так вот, отлично. Давай, молодец. Вот так вот мы его разрежем. Отлично, вот это, ребятки, у меня топоры. Это вам, ребятки, ага. Вот так вот, ногой тебя. И вот так вот, получай. Отлично, ребятки, мы ему разрезали плечо. И он уронил свой меч. И упал, как настоящий герой. Так, ребятки, а я, как настоящий герой, ребятки, в первом раунде победил. Так, ребятки, ну что ж, раунд 2. Поехали. Так, давай, вот так вот, ребятки, мы ему по груди сразу ножом. Ах ты такой. Ого, ребята. Он включил суперсилу, или это я включил? А, это он включил, ребята. Он включил суперсилу, но не стоит, ребятки, надеяться на эту суперсилу, потому что здесь самое главное, ребятки, маневры. И я без суперсилы, посмотрите, выиграл, хотя и сам мог ее включить. Видите, как круто. Так, ребятки, ну что ж, компьютер говорит, ребятки, о том, что я победил, и это просто, ребят, замечательно. Так, мы 160 очков набрали и редкий сундук открыли. Так, ну что ж, давайте перейдем и посмотрим, что у нас в сундучке. Так, ребятки, редкая карта. Начать открытие. Так, поехали. Открыть сейчас 32 кристалла. Тратим, ребяточки, кристаллы на то, чтобы открыть наш сундучок. Открываем ящик Пандоры и видим здесь новый шлем, ребятки. Отлично. О, вот это обычный доспех, ребятки, увеличился. А также 24 рубина. Так, и это просто замечательно. Так, ребятки, ну что ж, берем, ребятки, новые доспехи. Так, снять, надеть. Укрепленный шлем. Вот это мы только что выиграли, да, ребята? Да. Все, ребят, у нас есть укрепленный шлем, и я думаю, что это просто круто. Так, ну что ж, ребяточки, посмотрите, для того, чтобы нам, ребяточки, одеться нормально, так сказать, нам надо опять идти на дуэль и опять выигрывать, ребяточки, сундуки для того, чтобы пройти эту уже главу. Так, ну что ж, поехали, посмотрим, кого нам там принесли опять. Так, давайте, ребятки, будем потихонечку драться. Так, ребятки, раунд один. Поехали. Ах, ты такой лысый негодяй. Иди сюда. У меня защитный шлем есть. А у тебя есть что-то или нет? Она вот так вот, ты не ожидал. А вот так вот ногой тебе. Вот так вот. А вот так вот. Ах, ты ж такой, а? А вот так вот тебе. А вот так вот на, по животу получай моими топорами. На. На. Ах, ты такой. Вот так вот тебе. На. Ага, понял, хорошо. Так, самое главное, ребятки, мне не потерять свое оружие. Вот так, вот, вот так вот. Вот так вот. Давай, Юра, режь его. Ого, он меня по спине, ребятки, ударил. Ага, ребята, он включил суперсилу. И я включил. Я включил суперсилу. Ах, ты ж такой негодяй. Ребята, он меня может замочить. Ага, на тебе в грудь ногой. Отлично, ребята, мой удар ногой стал, ребятки, решительным в этом бою. Так, поехали. Отличненько. Так, ребятки, второй раунд. И что мы здесь видим? Так, 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 так. Бой. Так, ребят, ой-ой-ой, видите, как он... Он довольно-таки тоже силен. Хоть, ребятки, у меня и... Вот так... О, ребята, мы ему поляшки зарезали этим. Ха-ха-ха. На, еще тебе. На-на-на-на-на-на-на. О, ребята, по голове дали топором. Отлично, вот это у нас, ребятки, редкие топоры. Вот это да, так, я не понял, а? Откуда ты взялся? На, в грудь получи. Так, все, ребятки, мы его повалили.
Ах ты такой нехороший, на тебе еще и на вот так вот, и на вот такой удар. Отлично, ребятки, мы сделали 3 комбо и победили. Я так думаю, ребятки, мы с вами выиграли только что какой-то опять очередной сундук, который мы с вами сейчас, собственно, и откроем. Так, ну что ж, давайте ящик Пандоры открывать, ребята. Так, награда, ребятки, 107 очков. Так, открываем, ребятки, и открыть сундук 12. Так, открываем сейчас, конечно же. Ребята, новый предмет, круто. Так, у нас обычные мечи увеличились. У нас есть, ребята, закрытый шлем. У нас есть монеты. И у нас новый предмет, ребята, появился в списке оружия. Так, ну что ж, ребяточки, давайте перейдем в экипировку и, наверное, выберем. Так, вот это у нас закрытый шлем 41, это лучше. А, то есть у нас разница способности. Ну, давайте наденем. Так, ладненько, давайте уже его наденем. И у нас, ребятки, есть новое оружие. Так, новое оружие, вот оно. Так, ребяточки, это какое-то железное копье мы взяли. Ну, давайте, собственно, посмотрим, как оно работает. Так, это мы не сюда зашли, давайте назад нажмем. Так, ага, все, ребята. Так, ну что ж, ребятки, начинаем дуэль. И поехали! Так. Что здесь у нас? Против кого? Против Матео какого-то. Так, Юра против Матео. Так, бой. Конечно же, бой, ребята. Давайте посмотрим, на что я способен с этим, ребятки, с этим копьем. Лучше, чем топоры или нет? Сейчас посмотрим. Ого, ребята, вы видели, что он делает? Ого, зато копье длинное. Копье довольно-таки длинное, ребята. Но я вам хочу сказать, что... Оно не копьющее. Копье не. Копье мне не подходит, ребята. Я копьем. Копьем, ребята, очень довольно-таки неудобно. Вот видите, он суперсилу применил, ребята. О, я подобрал копье, ребята. Я думал, я его выронил уже навсегда. Оказывается, я его, ребяточки, подобрал. Нет, ребята, копьем. Копьем неудобно. Потому что я вам хочу сказать почему. Потому что оно длинное. И я не могу ним. Оно очень такое неповороткое. Так что копье надо из моего, ребятки, персонала вычеркнуть. Ох, отлично, ребята, вы видели, как это получилось-то? Вот это круто. Но все-таки, ребятки, мы его победили. Мы его победили. И что у нас, ребятки, дальше? У нас дальше, ребяточки, второй раунд. И мы сейчас ему покажем, с чего мы, ребятки, начнем. Ага, ребятки, он суперсилу ввалил. Думает, крутой, да? Хорошо. Мы сделаем так же. Ах ты такой нехороший. Так, сейчас мы покажем ему, ребятки, с чем мы, ребятки, имеем дело и как нужно правильно побеждать. Отлично, ребята. Вы только посмотрите, как мы его валим. Вот это круто. Ребята, он же может меня завалить. Это не по делу, это не по делу, это не по делу, ребяточки. Давай, давай, отбивайся, отбивайся, отбивайся. Еще раз. Один удар остался. Сделай, Юра, его. Отличненько. Да, Юра его сделал. Круто, ребяточки. Мы его завалили. Так, ну что ж, ребятки, мы выиграли. И у нас что получается там вообще? Давайте-ка посмотрим с вами. У нас уже, посмотрите, сколько очков, довольно-таки много. Так, ребятки, открываем обычный сундук. И у нас здесь в обычном сундуке, что же там? Так, в обычном сундуке давайте, ребятки, откроем. Посмотрим, на что мы способны в этом сундуке. Так. Так, ребятки, доспех горца увеличился. Новый шлем и новые, ребятки, у меня доспехи. И это просто круто. Еще кучу денег мне дали. Так. Ну что ж, давайте, собственно, так, вот это доспех новый, да, ребята, шлем штрафника 41, а, ребят, нет, шлем штрафника давайте пока не будем брать. Так, и комплект штрафника, ребятки, ну что, давайте все-таки, может, наденем его.
Пускай будет у нас. Так, и поменяем, наверное, наши топоры, ребятки, наденем. О, вот это у нас боец, что надо, ребятки. Теперь. Так, ну что ж, ребятки, давайте пойдем в дуэль. Еще немножко поиграем, чтобы навощиться, так сказать. И, ребяточки, начать драться. Так, погнали, 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 погнали. Так, ребятки, раунд первый. Поехали. Ну что, готовы? Ребята, у него такие же топоры, как и у меня. Вы только посмотрите. Зря я надел, ребятки, штрафника майку, потому что она довольно-таки... Ага, видите, ребятки, как он делает. Он меня сейчас с легкостью, ребятки, завалит, если в таком духе я буду играть, ребята. Ого! Вот это он удар такой сделал, ребята. Вы видели, какой он сделал супер удар? Я проиграл. Так, второй раунд, ребята. А что я лежу-то? Я не понял. А, я ничего не могу сделать, да? Я могу только сдаться, да, ребятки? Все, ребятки, мы сдались с вами. У нас забрали очки. Ребятки, сдались мы с вами из-за того, что наша экипировочка немножко нам, ребятки, не подходит. Так, шлем у нас как есть. Так, доспехи нам нужны вот эти. Так, и топоры, собственно, эти у нас есть. Так, все, ребятки, теперь давайте начнем дуэль. Так, ребятки, поиск противника, смотрим, что у нас здесь. Так, все, нашло какого-то чувачка, ребятки. Давайте с вами приступим к нашей замечательной игре. Так, поехали, раунд первый, ребята. Погнали! Уа, на тебе сразу! Это этот чувак, с которым я, ребятки, дрался, и он сдался. Я, то есть, сдался, потому что, ребятки, у меня не было настроения с ним биться вообще. Ах ты такой! Или это девчонка, ребята, вы видели, что это творится? Что это я, что против девчонки? На, да, ребята, это девчонка, мы против девчонки деремся. И что, вы хотите сказать, что девчонка, ребятки, нам даст по щам? Да как это так? Когда такое, где это видано-то, ребята? Что девчонка, ребятки, выигрывает. Где это видано было, ребята? Быстрее, 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 Юра, вставай, 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 вставай. Отлично, отличненько, я выиграл, ребята, я все-таки замочил эту девчонку. Мне пишет, что это просто супер, но, ребятки, не стоит радоваться, потому что у нас еще есть второй раунд. И здесь уже, как бы сказать, так у нас все замечательно идет. Так, кто кого ударил-то? Ага, я ударил ее, отлично. Угу. Ага, вот она так вот меня, да? А мы эту девчонку вот так вот, ага, вот так вот на тебе еще. Ты что, ага, обалдела что ли? Так, а ну, давайте, ребятки, ее... Так, я не понял, ребятки, она реально меня загнала в угол. Давайте ее как-то немножко научим жить. Пускай как-то хоть немножко... Вот так вот, отлично, ребятки. Так, критические удары. Вот так вот мы ее, ребятки, немножко подучим жить. Вот так вот, вот так вот. Так, ребята, все-все, осталось совсем немножко, вот так вот, отлично, мы ее замочили, эту девчонку, круто, отличненько, дорогие друзья, и мы с вами победили, you win. Так, ребятки, ну что ж, девчоночку мы с вами замочили, так сказать, и уже в дуэли довольно-таки далеко, ребятки, с вами дошли. Так, ну что ж, давайте, ребятки, перейдем к открытию вот этого ящичка, посмотрим, что у нас здесь. Так, открываем мы его за 12, ребятки, рубинов, и... Находим здесь, ребятки, 39. О, подлатник, ребятки, вышел. Ребятки, это новый шквал лезвий. Новая способность, ребятки. И шлем штрафника новый. Так, ну что ж, ребяточки, отлично. А я вам хочу сказать, ребятки, что этот эпизод на канале Вечное Детство подошел к концу, ребяточки. В следующем эпизоде мы будем дальше проходить, ребятки, дуэли, набираться опыта, покупать новое оружие, ребят, покупать новые, короче, там, доспехи и все такое.
Если ты не забыл, ребятки, подписаться на мой канал, то это просто круто. Подписывайся на мой канал, ставь палец вверх. Пока, пока, с тобой был Юра. Пока-пока.